И активно. Саня, ты почему отлыниваешь от погрузки? Отлыниваю от съемки? Нет, от погрузки машины. Погрузился, молодец. Так, ну ладно, все, все собрались, все, едем. Едем. Так, все залезаем, залезаем, быстро, быстро, быстро. Леша, ты отстаешь. Давай, вслед за всеми. Задрай люк. Люк задрай. Ну давай. Так, все погрузились? Погрузились. Ира, почему ты его не хочешь? Ты едешь с нами. Так, это мы приехали. Шурик, я думал, перелезть могу, но я обратно не полезу. Как мы тебя снимать будем? Я просто знаю, что это такое. Ну что, что будет? Вы будете сидеть? Готовимся к великой рыбалке. Что всякие причиняло. Алёшка, ты готовишься? Что тут так мрачно? Скажи что-нибудь жизнеутверждающего. Мой самый главный командир, который командует. Деревья неудобно. Вот он. Командир волнуется. От волнения у него есть еще ты взнос. Герой. Вот так вот жены провожают своих охотников за морской добычей. Мы на него натягиваем чулок. Как будто как сосиска в оболочке. Капюшончик забыл один. Дай рукав. Почему? Да туда, наоборот. Костюмчик как сидит, а? Главное, чтобы костюмчик сидел. Хорош? Ой, накормленный. На домашний хлеба. А? Часики одел? О, варежку. Супермен, тебе не хватает буквы С? Капитан Америка. Слушай, это старт, да? Да. 12 часов. Дали старт. Александр, ты готов? Я всегда готов. Ваша жизненная кровь. Резиновый человек. Я боюсь, мама. Я боюсь. Не снимать! Висит. Прямо скажем, висит, Ира. Висит. Висит за спиной у Лёшки что-то. Да, что-то висит. Ну-ка. Рыба. Боже, неужели? Он великий. Рыба! Этих людей надо знать в лицо. Аплодисменты! Ура! Леха подтвердил звание капитана. Слушай, герой? Ты чуть ли не единственный, кто убил рыбу. Твой голыми руками задушил. Ну-ка. Голяк совершенно, одну нору видел. С рыбой. Еще бы Леша без рыбы. Такого быть не может. Ира, сними, как он ее съест сейчас, живи. Надо сначала взвесить. Так, Касланов. Ну что, Саша? Щука. Там одного веса. Еще не одна еще. Аплодисменты! 3,6. Ес, как 3,6? 3 килограмма 600 грамм. Дим, это не наша рыба, ну и снимай. Да ладно, Дим, это неинтересно. Ну так, посмотрим. А, ты не снимаешь? Нет, я снимаю, какие вообще рыбы плавают. В этой луже. Это в местечке Копорье, по дороге к озеру. Я думаю, очень древнее.
какая-нибудь надпись-то здесь есть? Что, что это? Где? А. Там внизу-то страшнота. Ой, ой. А Бог отец где? Это идет. Самая красота. Там в самой красоте Вовчик пустил. Иди ко мне скорее. Ладно, я так скромненько. Молодец. Иди. По правую руку. А я Бог сын так. Шей. А я тогда кто же? Ко мне. А ты Святой Дух. Да? Ну, ну ради что. Вообще-то да, это мне больше всего подходит. Шейх. Дух тих. Залив видно. И, разве, и Ленин там бегает в разливе. Саша, отойди, я снимаю залив. Где он там? Я что-то не вижу. Вот серая полоса на горизонте. Да. Похоже. Точно. Так у меня резкость почему-то. Точно. Залив. Земля. Алешка, ты что там делаешь? Упал. Ты, женщина, ничего не понимаешь. Я попробую, вдруг получится. Может, ты упадешь в них на внимание. Было так страшно, я аж запонялась. Не бойся, Зайка, я с тобой. Если что, я тебя спасу.